Недавно я узнал про Гримас. Это смертельный коктейль Гримаса из Макдональдса. Почему смертельный? Просто посмотри, что он уже сделал с теми, кто его попробовал. Я не знаю, что они такого добавляют в этот коктейль. Да и вообще это похоже на какой-то обман. Поэтому я сам решил купить этот коктейль и попробовать его. Пахнет вкусненько вроде. Слушай, по-моему, обычный коктейль. Коктейль Гримаса! Я не знаю, что это за дичь! Вкратце! Несколько недель назад в Макдональдсе появился новый напиток. Коктейль Гримаса. У этого Гримаса был день рождения. И в честь дня рождения теперь в Макдональдсе можно купить его напиток. И сейчас весь Ютуб и ТикТок завалены различными видосами, где чуваки пробуют этот смертельный коктейль Гримаса. И потом с ними происходит что-то очень страшное. На самом деле, я реально хотел купить этот коктейль Гримаса для этого видео, но у меня нету Макдональдса в Казахстане, поэтому мне пришлось купить коктейли Starbucks. На самом деле, это обычный кофе из Старбакса, просто я туда налил фиолетовую фанту. Добавил сливок и молока. Ах, как же это воняет ужасно. Короче, попробовать этот коктейль Гримаса я не могу. У меня слезы потекли из-за запаха офигенного шейка. Короче, попробовать я этот коктейль сегодня не смогу, но сегодня быстро мы посмотрим видосы, которые сейчас заполонили весь YouTube. Где кто-то другой пробует этот коктейль и потом показывает последствия, которые с ним произошли. Если что, все эти видосы будут на английском, но они там ничего супер важного не говорят. Они просто говорят, что они купили вот этот коктейль из Макдональдса и сейчас будут его пробовать. Поехали. What's up, guys? We just got the Grimace Shake from McDonald's. Блин, смотри, слушай, у меня даже похожий коктейль получился. Он, правда, с ним что-то вообще уже страшное происходит. Мне кажется, там уже началась какая-то реакция. Сейчас взорвется. Второй чувак тоже пробует коктейль. Seems like it's good. А почему их смыло в канаву? Теперь какая-то девушка пробует. Ага, что же будет с девушкой? Ну, в принципе, ничего хорошего. Фу, какая гадость, ужас. Блин, я теперь тоже хочу попробовать настоящий этот коктейль Гримаса. Пожалуйста, если кто-нибудь живет в какой-нибудь стране, где есть Макдональдс, отправьте мне по почте этот Гримас коктейль. Я хочу его попробовать. Новый коктейль, да. Да ну давай уже, показывай, что с тобой... Что? Что? Какой кошмар! Его кто-то уносит! Это Гримас! Это Гримас! Короче, там по какой-то легенде этот Гримас специально захотел всех отравить, потому что он питается людьми, и он вначале их типа травит, а потом съедает. По-любому так оно и есть. Слушай, это отличная идея для какой-то хоррор-игры. Я уверен, что уже есть какая-то игра про этого Гримаса. Так что ставь лайк, и я обязательно ее запишу. Едем дальше. Так, девочка пробует коктейль. Что же с ней будет? Так, так, так. Да, нормально. На дереве. Её даже лица нету, она вся в этом коктейле. Бедная одежда этих чуваков. Так, новый, да-да-да, мы знаем, пробуй. Смотри, они все, когда его пробуют, вот вообще какая-то синяя краска почему-то вместо коктейля. Постанова, постанова. Ну до этого это была не постанова по-любому, вот это по-любому постанова. Так, смотрим дальше, ага. Так, пробует, 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 что с ним будет. Трехочковый получается. Капец его калашматит. О, целых два чувака пробуют коктейль. Ммм, вкусненько, вкусненько. Он пытается выбраться из туалета. Что с ним? О, целая группа людей пробует. У-ху! Коктейль Гримаса, мы сейчас... Что происходит? Подожди, это уже что-то началось... То есть этот коктейль не только заставляет тебя тошнить, а он еще и побуждает агрессию в людях, и они начинают друг друга убивать. А что с этим чуваком? Чего он ржет? Он палится, что это постанова. Так, смотрим дальше. О, они прям в Макдональдсе. Это первый видос, где они этот коктейль пробуют в самом Макдональдсе. Окей, давай, ага, так, пробуем. Их магическим образом забросило на крышу. Макдональдса. Мне интересно, а кто-нибудь проблюется прям в самом Макдональдсе? Я хочу, чтобы они сняли это видео в самом Макдональдсе. Чтобы к ним пришла уборщица и наругала, что они везде разлили этот сраный коктейль. Я тебе говорю, я смотрю эти видосы, и мне больно. Мне жалко их одежду, мне жалко все вокруг, что они все засирают этим коктейлем. Так, ага, что он? Он сразу три штуки купил? Сразу три коктейля? Нифига, что ж будет? Если от одного так калашматит, что от трех-то будет? Ну, три он попробовать, кажется, не успел. Какой кошмар. Блин, это реально страшно. Я вообще не понимаю, как этот мем...
Ладно, я беру свои слова обратно. Предыдущий ТикТок был еще не такой страшный, как этот. Ага, так, Гримас коктейль купил, вот в том Макдональдсе, хорош, хорош. Ну давай уже без лишней прелюдии показывай, что там с тобой будет, ну. Ага. Ну это неинтересно, просто сидит, разлил коктейль. Не, это неинтересно, давай дальше. Так, ага. Я заметил, они еще все время говорят, типа, с днем рождения, Гримас. С днем рождения, Гримас, не знаю, кто ты, что с тобой? А, это он возле фонаря какого-то лежит. Его до сих пор калашматит, он еще живой, спасайте его! Блин, а прикинь, это станет настолько же популярно, как какие-нибудь скибиди-туалеты, и потом появятся какие-то анти-Гримасы, которые сделают вакцину и будут спасать людей от Гримас-коктейля. Ага, так. С днем рождения, Гримас! Уху, мы все сдохнем! Че с ней? Смотри, одна откинулась, а одна в монстра превратилась. Я тебе говорю, походу этот коктейль, он не просто убивает и типа отравляет. Он вызывает агрессию в тех, кто ее выпил. И они становятся прислужниками этого Гримаса. Слушай, это нормальная тема. Сейчас тоже попробуем. Я прислужник Гримаса. Если ты не поставишь лайк прямо сейчас, я тебя убью! Привидится, что такое? А мне покажут хоть в одном видосе самого Гримаса. Я везде на заставке видел этого Гримаса, а пока ни в одном видосе не было этого монстра. Так, ага, пьет. Вкусненько? Да. Кажется, этого чувака даже не калашматило. Он просто сдох. Так, ага. Гримас шейк из Макдональдса. С днем рождения, Гримас. Пробуем. Че орешь, дура? Ну-ка, что же будет? Там две трубочки, нифига. Очень вкусно, говорит. А почему они всегда оказываются в каких-то других местах? Четыре штуки, капец! Квадро удовольствие. Из четырех трубочек сразу пьет. Ну все, ему хранты. Ему хана. Пока. Это мусорный бак. Нормально. Его выкинули, друзья, походу. Ага, здорово. Вот такой вот у меня классный коктейльчик. Я сегодня сдох. Ну это я перевожу, если что она говорит. Так, ага. Пробуем, значит. Вы трэш. Кто-то кричит, помогите. Почему кто-то кричит, помогите на фоне? Что происходит? Это ботинок? Мертвый конец написано на знаке. Ага. Смотри, сейчас он по-любому телепортируется вот на ту гору. Чекай. Так, ага. Пьет. И все, он сейчас на горе. Ну почти, в речке. Нормально, утопился. Какого хрена в Казахстане закрыли Макдональдс? Я хочу Гримас шейк. Так, пробует, ага, вкусненько. Вкусненько, да, неплохо. Ну все, пока. По-любому должен быть хоть один видос, где челик выпьет этот коктейль и такой типа, ну вкусно. И все, конец видоса. Так, ага. День рождения Гримаса, капец. Мы должны его поздравить, с днем рождения, прямо сейчас говорит. Давай, все, поздравляйте. Его типа заставляют это делать или что? А что ты чулю с руками? Подожди, а что? А что происходит? У него что-то с руками, типа, или что? А, блин, я не заметил, там Гримас кого-то утаскивает, ты видишь? Я даже не заметил. Капец, я внимательный. Вот тут этот Гримас, мы наконец-то его увидели. Он утаскивает его друга. Ну все, пока. С днем рождения, Гримас, с днем рождения. Закончилось все, я хочу еще смотреть. Я нашел еще один сборник этих видосов. Смотрим дальше. 5 мужиков, 5 здоровых мужиков. Сможет ли коктейль Гримаса убить 5 здоровых мужиков? Ага, так вкусненько говорят. Да. Нет, кажется, даже 5 здоровых мужиков не могут справиться с коктейлем Гримаса. Ползет, он еще жив, он пытается выжить. Чихает. Помогите, нет! Это тот чувак, который пытался выползти, да? Мне кажется, у него не получилось. Я могу смотреть, это просто бесконечно. Это лучшие тиктоки, которые я когда-либо видел. Так, ага, вкусненько, ну. Блин, это реально страшно. Чувак себе даже грим сделал. Его пытаются спасти, но он говорит, нет, не спасай тебя. Ага, вакцина, я тебе говорил, я предсказал будущее. Уже какая-то вакцина, походу, появилась. Его спасают, его откачивают, но кажется, это бесполезно.
Надо заканчивать это безумие, потому что этот ролик может длиться просто вечно и бесконечно. Если тебе понравилось... Я тут внезапно вспомнил, что мне многие подписчики писали о том, что они кушают под мои видосы. Вот, надеюсь, что вас не стошнило. И если тебе понравилось, то прямо сейчас ставь лайк, и я запишу еще один видос про этого гримаса. Возможно, я найду какую-нибудь хоррор-игру про этого гримаса и запишу ее. Но ставь лайк обязательно, подписывайся на канал и тыкай на колокольчик. И ни в коем случае никогда не пей смертельный коктейль гримаса. А я, пожалуй, все-таки еще немножко попью. Yes!